Встречай утро с новым миром. Самые свежие новости в программе «Новое время». Сок какого из корнеплодов запрещен к употреблению? Пить их концентрированными не то что вредно, а в ряде случаев опасно. Может спровоцировать воспаление поджелудочной железы. И как корнеплоды в обычном борще помогут снять стресс? Благодаря огромному количеству витаминов дают возможность очищать стенки сосудов от холестерина и питать, скажем так, живительной энергией. Открой для себя тайны еды. Как распознать у ребенка аутизм? Аутизм – это определенное нарушение развития. Есть признаки, которые позволяют своевременно обнаружить детей с аутизмом. С ребенком надо заниматься минимум 5 часов в день. Главное, что мы должны все знать. Узнай больше в школе доктора Комаровского.